Чи можливо мир в Україні встановити не військовим шляхом. Сьогодні говоримо від зеркалення. У нас в гостях Нестор Шуфрич, народний депутат України. Опозиційна платформа за життя. Вітаю вас! Вітаю вас! Отже, ми опитуємо в принципі багато політиків, їхнє їхні враження від. Запровадження воєнного стану, який діяв також у нас один місяць. Вже минув місяць ще з гаком після цього. Як ви це прокоментуєте, і чи взагалі можливо встановити мир у нас в регіоні і в країні? Дякую, висловиючи помагав до вас особисто. Я хочу перепросити вас, але продовжую нашу розмову на російській мові. Скажу, чому володіючи п'ятью мовами із них чотири мови використовуються на території України. Я в знак протеста против того, что сейчас примушивают відмовлятися от від можливості использования родной языки, продолжу наше общения на российский мой. Безусловно, это было одно из самых циничных решений со стороны власти. Сначала понятно, Порошенко хотел получить 60 дней и на территории всей страны и этим самым перенести президентские выборы на июль месяц. Это у него не получилось и чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации было введено чрезвычайное положение в 10 областях. И как это не странно, а с другой стороны, это как раз и возмущает, именно в тех регионах, где Порошенко не имеет почти никакой поддержки, кроме Винницы, да и там он уже не на первом месте, будем говорить откровенно. И то, что сегодня были ограничены гражданские права наших граждан в этих регионах, это, безусловно, еще будет когда-то предметом, возможно, расследования и ответственности. Потому что то, что они провели выборы, были ограничены всевозможные акции, в том числе акции протеста в этот период времени. Еще одно доказательство того, что для Порошенко и для власти в целом нет никакого закона, нет никакой конституции. Они действуют так, как хотят или пытаются действовать так, как хотят. А в данном случае этот компромисс за счет жителей Юго-Востока, он позорит нашу страну в целом и власть в первую очередь. Это было просто не по-человечески. Можно восстановление миру не військовым шляху. Вы знаете, вы говорили, что многих политиков спрашивали, задавали этот вопрос. Я могу ответить, как человек, который находился у фундамента мирного процесса. Когда еще с мандатом Турчинова я посещал Луганскую, Донецкую область, потом э, привлекли Виктора Медведчука к переговорному процессу это дало результат. Через его связи в Москве удалось усадить за один стол представителей так называемых ДНР, ЛНР, которые не хотели никаких переговоров на уровне административного управления этих формирований. В итоге удалось добиться перемирия, которое просуществовало, к сожалению, 10 дней, от 20 июня до 30 июня 2014 года. Тогда было две встречи 23 и 27 июня в рамках контактной группы ОБСЕ Украина-Россия, ДНР, ЛНР, так называемые. Удалось о многом уже предварительно договориться, когда неожиданно Порошенко принимает решение выйти из режима перемирия, перейти в наступление. Он об этом объявил вечером, 20, вечером 30 июня 22 часа 30 минут свернул переговорный процесс. Хочу напомнить, погибших было 74, гривна было 9. ВВП за полугодие был порядка 90 миллиардов долларов. Что мы получили потом? Тысячи погибших, мы не знаем сколько, только по данным ООН 13 тысяч, а я думаю, намного больше. Мы получили разваленную экономику, Падение ВВП уже в следующем году в два раза до 89 миллиардов. То есть то, что было в 2014 году за полгода, оказалось годовым результатом уже следующего года, 2015 -го года. Гривна стала 28. У людей заморозили на 60, даже больше, чем на 60 миллиардов долларов, заморозили вклады порядка 50, 560 миллиардов гривен по курсу 9 на тогда а возвращали уже по курсу 27, и то не всем вернули, 27-28. И люди стали в три раза беднее. 40 миллиардов долларов ушло непонятно куда. Но самое главное, подчеркиваю, это потерянные человеческие жизни, десятки тысяч раненых, это генофонд украинского народа, это молодые мужчины, которые, безусловно, сделали Украину беднее. Беднее, потому что потеряли живых людей и беднее, потому что те люди, которые должны были дать новую полноценную жизнь, многие из них ограничены в такой возможностью. Это много личных трагедий. И, конечно же, украинцы стали реально в 6 раз беднее. Это, к сожалению, жестокая статистика. Мы сегодня занимаем первое место по уровню бедности и точно на Майдане не за это стояли. Майдані орієнтувалися на Європу, і при цьому ми зараз проголосували вже у Верховній Раді. Ну ви, народні депутати, я маю на увазі. Е, хоча саме ви не голосували проти за це питання. Навіть проти, так проти проголосували е, за внесення в Конституцію курсу на ЄС та НАТО. І е, чому ви проти цього? На Майдані за це були, багато людей також за це були, і там люди живуть краще. Майдан це не вся Україна. Я ментально против вступления Украины в НАТО. Я мог бы сказать, что они против вступления в Евросоюз, но нас там не ждут. Юнкер заявил, что мы там будем не ранее, чем через 20-25 лет. Так зачем нам переться туда, где нас не хотят видеть или не готовы видеть, скажу более корректно. Что касается НАТО, то здесь у меня ментальное противоречие. Я кандидат экономических наук, но мое первое образование историческое. Украину окружают сегодня. Те страны НАТО, которые на протяжении последних тысяч лет пытались захватывать наши территории, начиная от Турции и заканчивая э, литовским княжеством. Сегодня эти страны вошли в альянс. Почему то, что не произошло за тысячу лет, должно произойти за год, за два или за пять. Это неестественный путь развития нашей страны. И э, Юрий Анатольевич Бойко, за который я сегодня приехал э, агитировать, чью поддержку, кого я сегодня буду просить у харьковчан, четко заявил, что Украина внеблоковое государство и определилась об этом в 91-м году. Сначала в 90 году, когда э, голосовали декларацию, а потом э, в 91-м году, когда утверждали акт о государственной независимости, который базировался на декларации о государственном суверенитете. И там четко написано про внеблоковый э, статус Украины. И при этом эти документы легли в основу Конституции. Я не понимаю, как может быть в Конституции, которая запрещается делегировать суверенные права, а вступление в Евросоюз – это делегирование суверенных прав, запрещается э, вступать в военные или другие блоки, потому что мы в Декларации определили внеблоковый статус страны. То есть у нас сегодня в украинской конституции две нормы: одна в ЕС и НАТО, и другие нормы, которые находятся в базе преамбулы декларации, запрещающие это. То есть у нас сегодня мало того, что нас не ждут, так мы еще в этой эта власть, в этой гонке между собой, потому что мы против НАТО, мы против обмана людей по поводу возможности вступления в ЕС. Я скажу вот такую формулировку, она наиболее емкая, наверное, в этом вопросе. Мы не идем, мы не тянем туда, где нас не ждут. Теперь европейский стандарт. Посмотрите украинскую конституцию. В ней стандарты не хуже европейских. С таким же успехом мы можем бороться за австралийские стандарты, за американские, за японские стандарты. Там тоже вроде бы в законодательном плане все правильно. Только законы и конституцию надо выполнять. Вот этим, к сожалению, Украина отличается от европейских стран в том числе. А то, что мы сегодня на первом месте по уровню бедности, но зато на первом месте по уровню коррупции. Это ответ на очень многие вопросы и на ожидания людей. Поэтому Украина не готова, Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Хотя по НАТО было интересное заявление одного из экспертов, что, наверное, Альянс заинтересован присоединить Украину с точки зрения человеческого ресурса, чтобы иметь на границе с Россией живой, всегда подготовленную живую военную силу. То есть я так понимаю, своих ребят они посылать не хотят, а мы должны воевать с Россией до последнего украинца. Я против этого. На те категорически против. Я считаю, что мы не можем воевать со страной, которая и сегодня является торговым партнером номер один для Украины. 15% импорта и порядка 8% экспорта. Это сегодня между Украиной и Россией. И это самые высокие показатели. Там, на втором месте, по-моему, Евросоюз как объединение стран. Опять же, статистика. Я был возмущен, когда Порошенко сейчас в Мюнхене заявил, что экспорт от товарооборот с Евросоюзом увеличился до 42%. Это неправда. Он как был 16%, а это было 24 миллиарда долларов в переводе на доллары, так и сегодня тоже 24 миллиарда. Просто у нас торговая оборот уменьшился. И, соответственно, вырос, выросла доля в Евросоюзе. За счет чего? За счет того, что мы потеряли рынки в Азии, потеряли рынки в России. И сегодня мы не увеличили возможности экспорта, а, к сожалению, уменьшили почти в два раза. Через то, что закреплено в Конституции курс на ЕС и НАТО, эти изменения, как вы думаете, они не отворотные? Чи они могут быть скасованы. И mm как -hmm. это может вплывать на установление БЭЛ? У меня ответный вопрос к вам. А если ЕС и НАТО в течение 20 ближайших лет распадутся? Такая вероятность тоже есть. Мы видим, какие сегодня кризисы внутри Евросоюза. Брекзит сейчас ожидается. Это лекзит. Италия заявила о возможности выхода из Евросоюза. И... Они сами собой, эти кризы, выникли какими-то спровокованными. Я думаю, что такие глубокие кризисы, тем более британский кризис, он очень э, вну, имеет внутреннюю э, первопричину. Я не думаю, что кто-то в состоянии сегодня Британии с одной из самых старых демократий э, в мире, потому что они первыми ограничили э, власть монарха в своей стране э, известной Хартией Вольностей. Кто-то может им что-то навязать. Это вечная борьба между Британией и Францией и европейскими странами. Вечная конкуренция. Поэтому тут навязать им навряд ли кто-то сможет. То же самое у Италии заложены конфликты э, из, уже исторические э, с Францией, с Австрией, э, приграничные конфликты с Австрией, история Северного Тироля, кстати, которая э, была доведена уже э, до создания террористических организаций на территории Северного Тироля, и пока Северному Тиролю не предоставили автономию. Этот конфликт не был разрешен. А там были погибшие, там были теракты, там взрывали бомбы среди мирных людей. И когда погиб первый, по-моему, подчиненный, если я не ошибаюсь, вся Европа включилась для урегулирования этого конфликта. Поэтому не надо навязывать, что там кто-то что-то может. Но с другой стороны, у нас есть проблема намного тяжелее, чем был Тирольский кризис. Это проблема Донбасса, и люди по ту сторону линии разграничения как, в общем-то, и большинство в Харькове, будем говорить откровенно, категорически против, по крайней мере, НАТО 100% и Евросоюза. В Донецке так точно. Но в Харькове здесь все равно большинство людей не верят в перспективу уступления Украины в Евросоюз. А в Донецкой области и Луганской категорически против. Поэтому навряд ли эти изменения в Конституцию сблизят нас. И я не исключаю, что во время достижения компромисса, альтернативы Мирному регулированию, значит, переговорам нет. Мы уже увидели, как Порошенко, обещая мир, развязал военный конфликт и развалил страну. При этом, оформляя там какие-то панамские свои компании на Панамских островах, он развязал военный конфликт, а через 4 года извинился, ну, выпустил, извини, ну, извини, что так вышло. Они, Петрович, мы его чаты не будем. Тому, що ну, погибли... Вибачте, єдності в опозиційному блоку також ми щось так не побачили. Останнім часом він якось розколовся, так ну... і як ви думаєте, чи вдасться вам об'єднати всі ці е, сили і ваш, ваших прихильників по різні боки? Тепер? Знаєте, мені цей питання дуже болить лично в 2014 році. Я можу сказати, що був один із ініціаторів об'єднання. нашей оппозиции, тогда ее называли юго-восточная оппозиция. Сегодня, безусловно, мы базируемся на поддержке, в основном на юге и на востоке нашей страны, но мы уже видим, как растет наша поддержка нас в центральной Украине, в северной Украине. Вы видели, как не просто нам удалось объединиться. Здесь я хочу поблагодарить чудесного вашего земляка Вадима Рабиновича о том, что он Переступил через себя, через собственные амбиции. Ведь он имел очень высокие рейтинги, имеет. Имел право представлять и был выдан предсоветом нашей партии за життя э, баллотироваться в президенты. Но он нашел в себе силы и поддержал кандидатуру Юрия Анатольевича Бойко. При этом он сказал, я у идей по национальности, а в Украине назрел очень серьезный э, православный конфликт. Я не имею морального права быть арбитром в этом споре. Я доверяю Юрию Анатольевичу как православному, как семью. Кстати, уникальная семья. Уникальная семья Юрия Анатольевича – это действительно семья героев. Он сам герой Украины. Звание Героя Украины он получил в 2004 году за разрешение кризиса в газовой сфере. Когда в 2002 году Юрий Анатольевич Бойко возглавил НАК «Нефтегаз Украины», у нас было около 2 миллиардов долларов долгов. Это тогда были безумные деньги перед «Газпромом» и Туркмен Башили, Туркмен, Туркменистаном за поставленный туркменский газ. К моменту, когда он ушел в отставку с приходом Ющенко, у нас была предоплата, у нас был позитивный баланс. И Рабинович отметил это достижение. Он сказал, сегодня кризисный менеджер, человек, который стоял у ядра команды, которая преодолевала, преодолевала кризис в шестом году после полуторагодичного управления оранжевых. И в 2010 году ведь на Бойко был сконцентрирован весь энергетический блок. Он математически доказал, что цена на газ должна быть сегодня в три раза меньше. Он показал, что цена на газ сегодня должна быть не более 2800 гривен. Оно у нас 8555. И он как специалист доказал, почему это так должно быть. Что у нас хватает собственного газа для обеспечения нужд населения, даже без коммерческого газа, который добывается на территории Украины. Государственного а газа не хватает. А была бы та цена еще не например, не бы даже те вышки за завышенную цену? Никто этого не доказал. Никто этого не доказал. Были обвинения. Потом оказалось, что аналогичные вышки стоят еще больше. Но сегодня на этот вопрос я отвечу по-другому: Верните эти вышки назад в Украину. Эти вышки ушли вместе с Крымом, и в этом бойку уже точно не виноват. И, конечно же, человек, который является кризисным менеджером, вы сегодня поедете на, в Луганской области на завод заря, но люди его вспоминают очень тепло как одного из самых выдающихся своих директоров. И он действительно менеджер от Бога. И прекрасный человек, вы знаете, я недавно узнал, как-то эти два факта у меня не складывались вместе. Я всегда знал, что он герой Украины. Мы с Юрий Анатольевичем знакомы очень давно, еще с 2002 года, физически как он приехал в Киев. И я знаком с его прекрасной супругой, знаком с его детьми. Но у меня как-то пазл не складывался, что у него шесть детей владея этой информацией, я не мог догадаться, как-то, ну, называется, не догнал эту ситуацию, что у него жена мать героиня. То есть отец герой Украины, муж герой Украины, а его супруга мать героиня. Она ей присвоили это звание после рождения пятого ребенка, согласно с уставом этого ордена. И действительно семья героев, чудесная семья, очень надежный товарищ. Вот эта последняя драка, которую вы помните, когда он пошел и буквально закрыл меня от этих разбушевавшихся радикалов во время принятия закона про церковь, безусловно, это еще одна характеристика его уже как мужчины. Поэтому я абсолютно спокойный, что в случае его победы, а я верю, что такая вероятность огромно, несмотря на то, что 2 миллиона 930 тысяч наших избирателей, по данным ЦВК, лишены возможности голосовать. Они живут в Донецкой и в Луганских областях. Миллион триста тысяч из них, приблизительно 900 тысяч переселенцев. Мы не знаем, как их найти, дадут ли они, дадут ли им право голосовать. Мы будем их искать, мы будем их привлекать, мы боремся за каждое за право каждого проголосовать. И, конечно же, рассчитываем на их поддержку. Люди из Луганска, из Донецка хорошо знают Юрия Анатольевича. Но если эти регионы могли проголосовать, мы бы точно говорили о победе Бойко. Сегодня мы говорим о борьбе за победу, и я верю в его успех. А что касается раскола... Борьба, зараз, борьба за перемогу включает также и питание коммунальных оплаты и бургив, и даже обещает их спасать, ваш кандидат. А он уже не раз это делал. Насколько это реально и, в общем, что через это дефицит Ждите. бюджету загрозловым для всей страны. Бойко никогда не обещает то, что он раньше не делал, и что он не знает, как сделать. Когда он говорит, что цена должна быть 2 2800 800, я хочу напомнить, что при нем цена на газ была 90 долларов. Сегодня она э, уже порядка... Э, 350 долларов, а для промышленности еще больше. То есть он знает, как сделать цену на газ 100 долларов, как это было при нем, я извиняюсь, и он знает, как списывать долги населению, потому что он это сделал в свое время. Он списал безнадежные долги, которые были между местными советами и коммунальными и коммунальными предприятиями, которые поставляли энергетические и тепловые ресурсы и, и государственными предприятиями и частными, тогда еще частных было, правда, меньше, потом это была государственная генерация, которая поставляла электроэнергию, поставляла газ. Он списал эти долги, он снял это э, бремя уже дирать, если не ошибаюсь, в 2003 году. Поэтому он знает, как это делать. Он может это, этот опыт свой реализовать еще раз. А um, как нарастить на нарусты ты потом новые? А, снизить цену на газ. Что произошло сегодня? В сентябре месяце задолженность за энергоносители была 37 миллиардов гривен. Это уже больше, чем стандартная задолженность. Стандартная задолженность всегда была 400-600 миллионов долларов в эквиваленте. Уже весной этого года задолженность была порядка миллиарда и 300 миллионов долларов. Сегодня уже задолженность 55 миллиардов долларов. О, извините, гривен. Это уже приближается к двум, уже больше, чем 2 миллиарда долларов. Такая задолженность была в худшие периоды кризиса середины 90-х годов. То есть мы сегодня загоняем отношения между людьми и энергопоставляющими компаниями в коллапс. Долги дальше начинают расти. Они не могут не расти. При росте цен на газ, Соответственно, на все коммунальные услуги, потому что рост цены на газ на 24,5% сразу потянул за собой рост тарифов до 30%, потому что газ является базовым продуктом для определения стоимости коммунальных услуг. Так, сегодня выделено на 22 миллиарда гривен меньше на субсидии, чем в прошлом году. В прошлом году выделили 77 миллиардов, в этом году 55. Я задаю вопрос. У нас что, люди стали богаче? За счет чего сократили выдачи субсидий на 22 миллиарда? Обещает это давать она ведь Грушима. Да, а еще этот эксперимент, это, ну, я считаю, это преступление против людей. Это просто, вы знаете, есть заповедь «не искушай». Людям дадут наличные деньги в марте-апреле. Это эксперимент двухмесячный выделено на субсидии 20 миллиардов гривен из 55. И эти 20 миллиардов гривен хотят выдать за два месяца. И именно так это совпало, что во время выборов. Представьте себе искушение людей, когда они имеют в руках наличные деньги. И может быть в этот момент у него будет потребность купить лекарство. извиняюсь, купить шоколадку для своей внучки. И эти деньги уйдут не по назначению. А там же ограничение, что если у тебя задолженность больше, чем 30 дней, то ты лишаешься субсидий. Скажите, это по-человечески? Вместо того, чтобы зачесть эти субсидии. Сегодня и так ограничивается количество людей, которые могут получать субсидии. Уже придумывают разные. Эти 30 дней вместо 60, а когда-то было 90. Потом, если узнают, что у вас э, на заработках член семьи, вы лишаете субсидий. Значит, провоцируют людей разводиться. И еще там несколько очень много технических нюансов, которые... Цель которых одна – сократить объем денег, выделенных на субсидии. Но, тем не менее, на апрель и март, когда надо голосовать, выделяют порядка 40% денег, выделенных на год. Естественно, задолженность будет расти, и этот коллапс будет приближаться. А вот если, дать, если в три раза снизить, ну, минимум в два раза снизить цену на газ, соответственно, снизится стоимость коммунальных услуг, и сказать «извините», мы снизили вам тариф, но это вы уже должны заплатить. Поверьте мне, люди будут платить. Стосовно раскола оппозиционных сил... Все Касательно, хотел... Вы знаете, эта ситуация мне очень болит, потому что мы были очень рады, когда объединилось движение «Украинский выбор». Это общественное движение. Его возглавляет Виктор Медведчук. Я стоял у его основ. Когда мы объединились с партией за життя», мы были очень рады. Это была фотография, где Рабинович, Евгений Муравьев и я стоим вместе. Потом, когда объединение завершилось, Евгений Мураев принял решение, ну, это здоровая амбиция, что он хочет идти в отдельный политический проект. Я его убеждал, говорю, Евгений, не время, сейчас как раз время объединяться, как мы объединили в 2014 году. Тогда объединилось же несколько партий. У Рабиновича тогда была партия «Центр». Я тогда представлял партию регионов и общественное движение «Украинский выбор». Партия развитие Украины представлял Бойко Юрий Анатольевич. Но мы тогда нашли в себе силы объединиться. Мы не убежали со страны. Нам было очень непросто. Нас преследовали. В конце концов, нас убивали. Я там не хочу там инцидент в Одессе вспоминать. Наших товарищей в конце концов убили или принудили покончить жизнь самоубийством э, ради э, спокойствия в их семьях. Шантажировали семьями, шантажировали людей детьми, не хочу фамилии называть, чтобы сейчас э, больно не делать... Э, а тем вот семьям, которые... Так на устание... вот, что сделал Женя? Он, когда сказал, что он идет отдельно, говорю, Женя, это не вовремя, но это твое право. Потом мы узнали, что это решение он принял после того, как сходил в администрацию президента Крайнину, кстати, своему земляку и товарищу. «Э, окей, это твое решение, но когда он обратился в СБУ расследовать действия, Медведчука, э, расследовать действия Бойко, а значит, мои Рабиновича, как пятой колонны, но этого я от него не ждал. То есть э, я не терплю стукачества, и мы ничего ему такого плохого не сделали, чтобы он требовал э, преследовать нас, службы безопасности Украины и лично Грицака. Откуда он получил такие полномочия? Кто дал ему полномочия призывать, преследовать своих бывших однопартийцев, я могу только догадываться. Ну а ситуация с апо там она проще. Александр Вилку, мой хороший товарищ, он заложник, я считаю, ситуации. Вы видите, он никак не может, ну, давайте скажем так, не буду комментировать его рейтинги, люди сами все видят. Но он заложник интересов группы Ахметова в оппозиционном блоке. Они голосовали и за бюджет, они голосовали и за бюджета, формирующие законы. Они голосовали и за назначение премьер-министра в свое время Яценюка. Будем говорить откровенно связка с кабинетом министра без Порошенко на лицо. Вот буквально последнее голосование на прошлой неделе, закон про адвокатуру, он, слава богу, был провален. Это закон против права защищать людей, который загонял в рамки адвокатов. Проголосовала Ахметовская часть оппозиционного блока и Лешко. Как в разъединенном состоянии консолидовать парламент, например, для повышения пенсий? важных таких вопросов. Сегодня что такое пенсии и зарплаты? Это кровь экономики. И я уверен, что любая политическая сила, которая сегодня не заангажирована, которая не задействована была в провокации и в организации военных действий, сможет четко говорить о мире. По крайней мере, тот план, который есть у нас, он реальный он базируется на диалоге украинцев с украинцами. При этом мы призываем задействовать ресурсы Москвы, Киева, потому что без голосования в Киеве эти вопросы не решатся. И мы, безусловно, благодарны всем, кто к этому процессу подключится, и, безусловно, Германии и Франции. Между тем, пока мы не договоримся между собой, мир невозможен. С другой стороны, мы всегда были характерны тем, что с приходом к власти поднимали зарплаты и пенсии как реальный механизм обновления экономики и поднятия покупательной способности наших граждан, а значит, роста производства. Ведь рост производства – это то, что всегда, к чему всегда призывал и что знает, как это организовать Юрий Бойко. Поэтому я абсолютно уверен, что мы своим примером заставим другие политические силы к нам присоединяться, консолидироваться. И я уверен, что вопрос мира – Должен не разъединять политические тиры, а объединять. Как и вопрос отношения к языкам. Пусть каждый регион сам решает, какой язык использовать, при этом уважая право украинского языка как государственного. Религия, пусть каждый сам ходит в свою церковь, которую он себе определил. Не надо, чтобы государство навязывало и рассказывало и вопросы истории. Вы знаете... Великая отечественная война для меня всегда будет великой и отечественной. И мне болит, когда в Харькове я вижу факельные шествия, которые неестественны для этого города, который я очень люблю, который подарил мне супругу и трех э, чудесных малышей. Кстати, ваша коллега телеведущая. И я хочу сказать спасибо этому славному городу за ту силу, э, которую он в нас э, вживляет. Ведь ваша поддержка на в протяжении последних 14 лет, 14 лет Харьков поддерживает нас. И я скажу, мы не поступились ни одним нашим принципом, понимая ответственность перед вами. Я верю в мудрость, я прошу поддержать Юрия Анатольевича Бойко на президентских выборах. Это будет очень ответственный и, поверьте мне, славный выбор. Мы сегодня понимаем, что мир... Це фундамент стабільності в страні. Мір і уваження друг к другу. К тому я всіх і призиваю. Дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні від зеркалені був Нестор Шуфрич, народний депутат України, опозиційна платформа за життя. До побачення. Всього хорошого.